По всей стране проводят мониторинг подвесных потолков в торговых центрах. Решение об этом приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете министров после случая с обрушением потолочной конструкции в торгово-развлекательном центре «Арена Сити». В результате происшествия пострадал один человек. В Солигорске уже начались проверки подвесных потолочных конструкций в местах массового пребывания людей. Это административные здания, учреждения здравоохранения, торговые центры. Это уже не первый мониторинг. Весной этого года проверялась пожарная сигнализация и аварийные выходы. Согласно решению Солигорского районного исполнительного комитета, до 1 декабря специалисты отдела архитектуры и строительства райисполкома совместно с представителями инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области и Солигорским ГРУЧС осмотрят и дополнительно обследуют состояние подвесных систем и потолков в торговых центрах, школах города и других объектах с массовым скоплением людей. Рекомендации и предписания будут выданы руководителям предприятий, после чего МЧС обобщит результаты проведенной работы.